Йо, и если вы это смотрите, значит... Значит, мы записали наперед видео, а мы сейчас отдыхаем. Да. Да, в общем, ребят, мы в раскрашивании по номерам и записываем мы это все дело наперед. Потому что, как мы уже говорили, мы сейчас даже уже не в Сербии. Но это ненадолго. А если вы не знаете, о чем мы говорим, посмотрите прошлое видео. Ну что, Лан, что мы сегодня будем делать? А давай честно пейзажи. Говоря, после того, как мы рисовали... Что, пейзажи? Там есть. Да, есть пейзажи. Просто мы будем там на горы смотреть, может, пейзажи. Ну так, ну это как хочешь, конечно. А, да? Ну давай последний пейзаж. Смотри, маленький пейзаж. Большой пейзаж. А вот пораньше сказать нельзя было. Ого! Ну сколько он стоит? Ты еще наверняка не можешь рисовать. Ну-ка. Могу. Можешь, умеешь? Да. Умею. Покажи, чтоб я видел. О, реально здорово как. В общем, да. Ну, честно говоря, я пришел сюда с целью найти еще мемы. Мы у Ульяны мемы нашли. Точнее, один мем. В единственном числе. Ну, давай тут мем в пейзаже искать. Слушай, мне кажется, пейзаж сложно. А можно отменить, передумать? Нет, все. Начала уже. Ты же любишь всякие красивые штучки, вот ну, эти вот природные. Да. Давай. Мне кажется, что это какая-то ночь будет, видишь? Потому что у нас все такое темное, такое зеленое, такое синее. Пока не знаю. Я себя особо не спойлерю. Ребят, вы знаете, почему я так немножечко подкалываю Лану? Она любит, типа, вот это вот всякое красивое, всякое природное. А потому что мы могли потратить на это чудесное путешествие примерно день, а потратим 4. И вот, слушай, и надо записывать видео наперед. Потому что... Когда-нибудь да. будешь вспоминать, а где ты был, в каких странах, и сразу вспомнишь. Конечно, ладно, обязательно. И вот все так и будет. Скажи мне, пожалуйста, когда-нибудь просто проснувшись там среди дня, ты такой, о, я сегодня поеду там в Боснию и Герцеговину. Хоть раз такое было у тебя? Было, конечно, не один раз. Ага, да. Ага. Ну так вот, значит, ты должен радоваться. А так вообще не был бы ты в Боснии и Герцеговине, если бы вот не я, понятно? Но, строго говоря, все равно был бы. Но это кусочек, не увидел бы там кусочек. Замки всякие красивые. В общем, ребят, у меня тоже, ну, типа, вот вы подписаны на меня. Вот вы смотрите там, что я делаю, там, что я там играю, где я там есть, что я стримлю, все такое. Я тоже подписан на некоторых людей. И я видел, как там некоторые люди, ну, тоже, ну, короче, в общем, видел, что некоторые люди тоже в Сербии. И я видел, как этот человек, он такой, типа, так, ну, ладно, нам тоже надо вот этот визаран сделать, нам надо выехать из Сербии и заехать туда. Пожалуй, сделаю это примерно за 2 часа. Просто приехал туда за 1.5, посидел там, покушал и такой, я домой. Понимаете, вот я бы хотел сделать примерно так. Ну, в принципе, я не жалуюсь. Нет, я не жалуюсь, ребят. Ты как конечно... раз таки жалуешься. А, да, а еще, я тебе знаешь, что скажу? Что, так. В принципе, это можно вообще за 5 минут сделать. То есть да ты ладно, можешь как? Выйти за границу, 5 минут постоять, даже не заходить в другую страну и вернуться. Да это-то понятно. Ну, нет, но обидно было бы ехать просто, типа, просто вот, так. А вот покушать вкусно, это говорю. Здорово. Ребят, ну, все-таки, кто со мной согласен, напишите в комментариях. Как ой, бы, зачем куда-то ехать там, на что-то смотреть, вот это вот мирская всякая вот эта суета там, куда-то там что-то, кого-то. А можно просто сесть спокойненько, заказать какую-нибудь вкусняшечку, покушать, посмотреть в это время на и озеро какое-то. Толстым. Толстым? Почему толстым? Просто это ты ешь, значит, ты толстый, это так работает теперь. Ну, не гуляешь нигде, не ходишь, не смотришь, так знаешь. Ну как, ты как это, как Панасенков, знаешь, что это так хоп-хоп, красиво из стороны в сторону по этому озеру, знаешь, будешь гулять чисто. Так что там озеро есть, я видел, я же говорю, я человек осведомленный, понятно тебе? Но мы туда тоже поедем сначала, можем даже покушать. Сначала, а могли бы на этом остановить? Ладно, хорошо, мы об этом говорить не будем. Кстати, ребят, кто еще, не знаю, не подписан на наши каналы, внезапно, спустя вот сколько, почти 2 года, внезапно я вот вам задаю такой вопрос. Кто не подписан на наш канал? Можете прямо сейчас подписаться, потому что у нас там стримы намечаются прямо на Ютубе. Ну, еще на Твиче, конечно, но это другое. Вот на Ютубе на наши каналы можете подписаться, это прям даст вам возможность не пропустить стримы. А еще в Телегу можете зайти, там мы тоже постоянно будем об этом говорить. Вот как-то так. Ну что, нравится тебе этот пейзаж? Нет. Рассказывай, любительница природы. Не, этот не нравится, он какой-то... А что такое? А что это вообще такое? Это улитка? Я не знаю, улитка. Что это такое?
большая. Реально улитка, непонятно. А что, тебе улитки не нравятся? Извинись, нет, быстро перед ними. Нет, мне улитки нравятся. Мне не нравится, что такой большой пейзаж, надо было маленький брать. Мы же бы мемы спокойно себе. Ну, ты сама сказала, себе. Ой, мы же поедем там смотреть на природу. Надо и тут пейзажик разукрасить. Не хочу мемы, мемы, это не смешно. Я маленький хотела, красивый, с горой. С горой. Маленькой горой такой. Чисто холмиком каким-то. Да, так и хотела. Ну могу, смотри, давай так, на выбор. Могу потом за 2000 долбануть, а могу долбануть что-то другое. Да мемы давай потом, мемы, мемы. Мемы, мемы, ахаха, наконец-то. Хорошо, ладно, наконец-то. Чтобы было, обязательно. Будет так? Обязательно будет, в обязательном порядке. Хорошо. Слушай, вот бесит меня, когда вот так вот приходится по два этих квадратика искать. А ты не ищи, ты вот где стоишь, что я раскрашиваю, я так делаю. Переключаю вот так цвет, раз, все. Так не круто, ладно, ну это же не круто. У тебя нет перфекционизма, что ли? Да, как раз таки есть, я вот тут стою и хочу все, где я стою, все и закрасить. Да, но ты же оставляешь при этом цвет, который ты не докрасила. Это же такое фу. Но это далеко бегать, так ты больше пройдешь. Да. 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 Действительно, а ты же любишь, ты же там любишь спорт, ты же сказала, что вот там ты не ходишь почти. А что ж такое, ладно? В чем проблема? Ой, Ёша, все. Как подловил, да, на ошибке. Тупо смотри, подловил на ошибке, а? Давай я тебя вот до границы мы с тобой едем, так. А ты обратно сам, а я дальше поеду. А на чем ты поедешь дальше? Пешком? На машине. Только. Нет, какой я машине, на ладно? Слушай, а я ты пешком, думаю, как... тебе ближе. Ну, ты же джентльмен. Подожди. Вот это, меня пропустишь. Вот так это работает, домой. Да? Да. Ясно. Мне вот дольше ехать, ты автостопом там доберешься, а я не о, смогу. О, а вдруг меня убьют? Страшно тебе? А меня-то убить могут больше шансов, наверное. В смысле? Потому что мне дальше ехать. А, в этом плане. Ну, тут надо смотреть на статистику, как по мне. Типа, знаешь... Я так никуда не поеду. Нам придется. Сейчас будет как с самолетом. Ребят, кто помнит байки про самолет, плюс в чат. Ой, господи, можете лайк поставить. Плюс в чат, это уже... На стриме будет. Да, это будет на стриме. А что не закрашивается? Ну, закрась эту шестерочку. Что ж твоя за проблема-то у тебя? Я не понимаю, что это за пейзаж такой? Это что, рыбеха? Это рыбеха? Где? Это рыбеха. Это ты, знаешь, которая глубоководная с фонариком. Все, я обиделась. Зачем нам вообще эту рыбу рисовать? Я горы хотела или хотя бы лес или реку. То есть рыба тебе не нравится? Извинись перед рыбами, пожалуйста, прямо сейчас. Рыба это не пейзаж, это ну натюрморт скорее. Ты давай быстренько извинись перед рыбкой, и мы продолжим видео быстренько. Так слушаю извинения. Нет, не хочу. Лучше б мемы раскрашивали, мне уже не нравится. Рыба какая-то дурацкая. Реально вспоминается этот ТикТок, типа, и вообще она мне уже и не нравится вообще. И прическа какая-то дурацкая. Это рыба, да? Да. Нет, ты видишь, да, эту рыбу? Это реально та самая рыба. Да, вижу, ну конечно, это рыба. О, у меня художник профессиональный. Закрась восьмерки, пожалуйста, я не вижу. Где восьмерка? А я не знаю. А где восьмерка? А вот нет ее. Я не знаю, я раскрашиваю, где больше всего. А, все, раскрасила, спасибо, Лан. Да, пожалуйста, обращайся. Вот тут еще побольше вот этого вот всего сейчас раскрашу, где вот это вот все противное, вот это вот побольше. Фух, нормально. Хочется поскорее закончить эту рыбёху уже и искать мемы. Ёша, последняя циферка. Она. Нет, не последняя. Смотри, вот. О. О. Все? Да, вот она, рыбина. Сюда, 3600. Слушай, она какая-то... Ну, что это за рыбёха? Непонятно. Это же не пейзаж. Стрела вообще, вон, видишь? Это в нее попали, но она типа такая сильная, знаешь. Вот так насквозь. Что будем? Давай, может, случайный за... Ну... За 2000. Давай вот ну так. Ну давай, там вроде мемы погнали. Должны были быть. Опа. Что это? Ой, какой цвет красивенький. Цвет красивый. Это очень быстрый профессиональный художник сейчас будет у нас. Это кто-то глазастенький. Посмотри. Ой. Кто-то глазастенький. А кто ты видишь это? Да. Кто-то красивый такой, глазастый, мне нравится. Блин, и художник сразу профессиональный, вообще сладко. У меня тоже скоро будет, сейчас я другую часть докрашу. Другую сторону, да? Опа, поехали. Слушай, а за 2000 мне нравится рисовать. Так быстренько, да. Так приятненько. И художник, так. Кстати, довольно быстро набирается. Уже 20% у меня. Да вот, конечно, потому что ты один цвет закрашиваешь. А кто это, подожди? А кто это? А я не знаю. А кто это такой красивый? На зонтик похоже.
Зонтик. А, или на летучую мышь тыкву. Угу. Смотришь, видишь? Да, да. А что это вообще может быть? Мы вроде столько раскрасили, но мало понятно. Слушай, ну очень быстро раскрашивается, мне прям нравится. А вот и профессиональный художник очередной. Опять? Блин, реально здорово. Слушай, я хочу теперь красить картины только по 2000, реально, это очень прикольно. Ну давай. Так, вот тут не крась, тут трешечки много, это я крашу. Это не мем. Это точно. Это не мем. А хотелось бы мем. Так, вот он уже почти готов. О, подожди, смотри. Ну-ка. Опа. Раз. Все? Слушай. Какая милашка, посмотрите. Реально. Милашная милашка. Тыква, летучая мышь и немножко скорпион. Немножко скорпион. Давайте вот, вот эту за 2000. Ну-ка. А ну? Кто ты? Так, это нет, стоп. Было. Это я попал, это уже было. Это уже было, ребят, не смотрим. Вот эту за 2000. Так, о. А, я поняла. Я сразу вижу, да. Блин. Ну, это даже в какой-то степени мем все-таки. Ну, в какой-то степени да. Но, блин, ну хотелось бы, знаешь, что-то такое, что ты не сразу хотя бы узнаешь. Ну, тут логично, слишком все выделено цветом. О, профессиональный художник. Блин, реально, а еще так приятно, что профессиональный художник так быстро набирается. Просто капец. Вот уже 70%, да. Уже 80%, уже 87, 9. 90. Офигеть. Боже, как классно, как круто. Он быстро набирается на тех картинах, где много одинаковых цифр. Нет, не так, неверно. Там, где ты много закрашиваешь. Вот так. Ну, а ты много закрашиваешь там, где много одинаковых цифр рядом. Это наоборот работает. Но работает же все-таки. Бе-бе-бе. Закрашивай чувака этого. Потому что мы уже знаем, надо заканчивать его быстрее. 10 цветов всего лишь, ты вообще заметила? Да. Офигеть, я только что заметил, что 10 цветов только. А вообще он был более малиновым, как мне кажется. Ну да, ну все зависит от точки зрения света и всего такого. Ну, согласна. Может, знаешь, это он где-то в темной-темной комнате. Так, ладно, давай выбирай. Следующую картину будем покупать за 2, за 4 или за 6 тысяч. Ну, за 2 прикольно. За 6, видишь, можно ошибиться и будет как с рыбой. Этой дурацкой. Да, будет пейзаж, но рыба. Угу. Рыбный пейзаж. Пейзажевая рыба. Невкусно и груфно. Угу. Смотрите, что она делает, ребят. Смотрите. Я, как законопослушный гражданин, иду и закрашиваю все по порядку. Сначала первый цвет, потом второй, потом третий вот сейчас. Что делает Лана? Смотрите. Я закрашу все лицо, потому что я так хочу. Да. Я такая. Так удобнее. Не надо бегать через всю карту. Но так же неправильно. Неправильно. С чего ты взял? Если я так хочу, блин, у меня художник, зачем он у меня сейчас? Ха-ха. Вот тебе и потратить художника на то, что совсем не нужно. Давай, трать. Да уже конец, уже, в принципе, конец рисунка, поэтому нормально, я думаю. Так на следующий бы, он же копится. А, в этом смысле, ну да, логично. Успела. Нормально, опа. Молодец. Восьмерочка только осталась. Опа. Слушай, ну, все. В принципе, довольно красиво выглядит, так детально. Да. Да, неплохо. Че, опять за 2? Да, давай. Давай, вот, например, вот это. И... Что это? Цветочек. У. А. Ого ты, блин. Сейчас у меня будет профессиональный художник. Прям сейчас, прям сходу. Ну, ты понимаешь, да, куда тебе... Вот, куда-то вот по краям давай. Ну, и всю края. Середину одинаковую закрасил, конечно же. А края у нас очень разные, да? Ну, они... по краям вот эта двоечка, она одинаково. Максимально разная. Слушай, Ёж, ты видел, сколько цветов? А сколько? Я пока не вижу, к сожалению. Ну, вот, посмотри. Ну, сейчас я закрою... 5! Да! А что это такое? Это я что, не часы? Я не знаю. Что это такое? Это футбольный мяч, походу, да? Слушай, это точно мяч. А, ой, троечку. Троечку. Сюда тройка. Что там у тебя до художника далеко? Близко. Давай ты дальше сам закрашивай. Потому давай. Что если я сейчас закрашу, то у меня будет художник, а я не хочу его тратить на 3 картиночки. 3, короче, пикселя. Сейчас я вот тут постою. Ага. А сколько у тебя процентов? 97. Ну, могла и закрасить вот те вот. Ну ладно, пофиг. Вон сам закрась, вот те вот там осталось тебе немножко закрасить. Ты командирша. Все. Красиво. Готов. Но... такой себе. Может, за 4 ну тогда что, попробуем? Добавишь? Да, я только хотел сказать, давай за 4 попробуем. Вот ага. Эту давай. Рядышком с прошлым рисунком. Пожалуйста, мем. Мем. Не мем. Мотылек. Какой-то мотылек. Ну вот смотри, я тебе сейчас покажу, что это. Я не понимаю. А ты знаешь, что это? Нет, у меня художник профессиональный. Я тут пытаюсь раскрасить разное, а разного-то нет. Ха. Тут опять все одинаковое, в смысле... Я уже даже цвет какой-то закончила. Офигеть, ты, блин. Единицы и двойки, блин, рядом совсем.
И не понимаю, ужас какой. Художник поехал. На что это похоже вообще? Я не знаю, на что это похоже. Я тоже пока не знаю. Ну, что-то определенно случайное, но вряд ли мем. Нам, короче, сегодня не дается то, что не мы хотели. Не везет на бы. Мемы, реально. Да. Но цветовая гамма довольно приятная, кстати говоря. Ёша, мы половину цветов уже закончили, ты представляешь? Это ты со своим профессиональным художником все закончила. А я вон единицы крашу уже. Я думала, у нас они закончились, а они еще остались. Да, папа! Закончились, тут пол карты из единиц состоит. Блин, Ёж сейчас опять будет профессиональный художник, за что? Тут же только тройки, тут одно и то же, я не хочу это красить, тем более вот так. Спокойно, Лана, тут все в принципе одно и то же, как бы вряд ли ты тут что-то найдешь. Смотри, как ты закрашиваешь, потому что их почти нет. Давай там в центре танцуй где-то. Да тут все уже, нет смысла, тут уже все одинаковое. Тут тройка и единица осталась. Давай ты единица, я тройки, и все. Или давай я единица. Так я вот единица. У тебя сколько-то профессиональных художников? Вот у меня 96. Ладно, а мы все равно давай вряд ли я будем сама... следующую. Нет, я сама все. Оно у тебя сохранится, я сама все закрашу. Все, не двигайся. Да, ты что? Да. Просто давайте будем смотреть за Ланой. А пусть ты работает. Смотри, что тут у нас. Что мы уже все нарисовали. Ну, картина. Нет, заканчивай. Я вот слежу за тобой, а потом буду... Ты так смешно, как уборщица просто. Тут понатоптали, тут я мыла-мыла, они тут опять понатоптали, топчут и топчут. Ёж, сейчас тебя накрашу этой кисточкой. Все, заканчивает. Молодец, спасибо большое тебе. Пожалуйста. Огромное. И это... О, НЛО. А я думала это сначала, НЛО. Что это лицо какое-то, если честно. Ночь похожа на лицо, ладно. Ну вот это нос, один очки, в один. Борода. А, смайлик, да. Вот это вот борода, вот это вот тут рот... Подбородок почему-то он сбрил здесь. Это очки, это нос непонятный, а это не знаю, что, короче. Ну, просто не берите в голову. В общем, ребят, я думаю, что на этом будем заканчивать. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, на колокольчик нажимайте. И всем пока. Пока.